молодая девушка, лет 20-25, рост примерно 1,70-1,75 м, худощавого телосложения. То есть она была одета в юбку и в такую короткую блузку такого бледновато-желтого цвета. Вместе как она упала? Она прям упала вот так. Доложите, как она упала. Она упала после внесенных ударов. Я ее взял вот так. Вот так. Так, что у меня примерно середина предплечья были как раз под мышками. После этого так вот ее поволокли. Говорить о том, что невиновен, невозможно. То есть он это воспроизводил в своих видениях. То есть то, что было, происходило, то он и говорил. Поэтому у меня сомнений нет, что это он. Я вообще хотела бы выше меры. Но, к сожалению, у нас гуманный суд, у нас нет расстрела. Но если бы был бы расстрел, я бы просила расстрел. И так как сейчас только можно просить высшие меры, это у нас пожизненно, если когда-то, возможно, когда-то сделают расстрел, такая статья будет расстрельна, я бы хотела, чтобы его заменили расстрел. 29 нападений, которых было не только на Дашу, но и еще на других людей. Вы знаете, он же ведь нападал в зимний период, когда, например, лыжница, там ей тоже, я думаю, что тоже несовершеннолетняя была, она с братиком была, брат отстал на лыжах, пока он ее ждал, пока она его ждала, он просто свое вот сексуальное действие произвел с ней. Было такое, что женщина-велосипедистка ехала с ребенком, на велосипеде был маленький ребенок, то есть он тоже также заставил ее слезть с велосипеда, отвел ее в кусты, то есть дочка осталась там на тропинке, а он сексуальные действия произвел с ней. То есть я думаю, не справится. Как он говорит, что он не хотел убивать, я не верю. Потому что нападение, еще он говорит, что он не знал, что они несовершеннолетние, так как он сзади нападал. Я не верю, потому что вот я и на суде сказал, когда он Антонову встретил, он шел ей навстречу. Он увидел, развернулся и пошел за ней. То есть он видел, что она была девочкой несовершеннолетней. Он заметил это. На суде было такое, что он не хотел убивать, что он, у нее, у Даши какой-то там двигалась, какая-то часть тела двигалась после того, как он нанес ей удар. Но тогда я ему вытащила фотоматериал, где Дашина голова была, и показала, в каком состоянии была голова, и произнесла, это в таком состоянии можно ли было чем-то подвигать. Потому что, ну, как я всегда говорила, то есть мозг был уже наружу, во-первых. Во-вторых, по экспертизе Даша умерла от первого удара. Это заключение эксперта. А он наносил удар уже оставшийся еще. То есть первый удар был оглушить ее, а потом несколько ударов он ее просто-напросто забил. Что и Антону, что Максиму, он просто-напросто забивал. Три этапа она прошла, победила и ходила в шоу-театр «Шарм». Как она танцевала. Моя кукла Вуду, садись ко мне в купе. Я обижать не буду. Посмотрим, что творится в городе в эту погоду. Слишком жарко, шум от вентиля. Взяла эту фотографию специально, чтобы показать, чтобы он посмотрел на нее и увидел эту девочку, ей в глаза посмотрел, увидел, что то вот он смотрел ей в глаза и что-то читал. Я ему сказала, что Даша перед тем, как идти на глубокое озеро, она, папа ее видел, и она ему тогда сказала: пап, я так жить хочу. Папа ее обнял и сказал: Даша, живи, вся жизнь перед тобой. Кто тебе мешает? Кто ей мешает? Ей было 18 лет. Исполнилось. В этот день. 18 лет ей было. 40 дней. Она очень ждала этот день. День своего 18-летия. Она мечтала быть очень загорелой, купить себе красивое платье и быть самой очаровательной на 18-летие.
Это была ее мечта, но не суждено было сбыться ей. По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний назначить Птицыну окончательное наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Взыскать с Птицына в счет компенсации морального вреда, причиненного совершенными преступлениями, в пользу Максимова и Марины Ильдаровны 2 миллиона рублей, Антонова Базильдравильевны 2 миллиона рублей. Ну, желательно хотелось бы, конечно, выше меры наказаний. Я думаю, и папа Даша тоже бы в таком... Я согласен. Лучше... Пускай помучается, ты поймет, что он сделал, творил. Может, он, конечно, поймет. В этом случае мне это легче. А несоответственность, пускай он будет так же. Пожили в сутки. И вспоминает об этом. Да что, как девчонок он убивал. Чтобы каждый день думал об этом. Вспоминал, почему он здесь. Вот именно, снись. Что не просто спал, а мучился.